Итак, небольшой дисклеймер касательно муфты полного привода под названием Quattro Ultra. Либо не муфты, а скорее всего это по поводу коробки, потому что изначально проблема была в коробке. О чем я хочу сказать? О том, что два месяца назад, когда произошло здесь что-то странное с машиной, начала хрустеть и немножко дергаться, я тогда подумал, что у меня, скорее всего, наворачивается коробка. И хотел этот вопрос решить через дилера. Ну, решить вопрос, имеется в виду, чтобы мне просто ее поменяли. Через дилера и максимально быстро, чтобы я приехал. Мне сказали, тут сразу как бы коробка, тут даже вообще думать не о чем. И сразу ее заказали, она месяц бы шла. И вот как раз таки прошел месяц, мне ее поставили, и я поехал в поездку. Потому что, когда вот у меня эта проблема произошла, это был, по-моему, конец июня, я первый раз приехал к дилеру. Потом второй раз было через, может быть, две недели, это было начало июля. И тогда у меня еще было время, там, три недели до начала поездки. И вот я думал, что мне удастся в этот срок как бы восстановить машину и поехать на нормальной машине в наше европейское путешествие. Собственно, поэтому мне тогда не хотелось очень долго разбираться, не хотелось возвращать ее полностью в сток, чтобы ездить кому-то что-то доказывать, ждать, пока мне вынесут вердикт, потому что по нынешней ситуации, которая у меня есть вот с этой чертовой муфтой, как оказалось все-таки, что это муфта, а не коробка, просто непонятно, что с ней происходит, и как бы дилер не может сказать, что с ней происходит, по крайней мере, вот за те два раза, ну, скорее всего, просто это она, но как бы это не поломка, надо ждать, пока что-то серьезное произойдет. И прошло уже с того момента 26 тысяч километров, и как бы ничего нового, в общем-то, и не произошло. Все, в принципе, как было, так и осталось. Да. В общем-то, поэтому на тот момент я не хотел как-то более глубоко заниматься этой проблемой и не хотел ее, ну, как бы копаться в ее решении, потому что у меня не было времени, в любом случае мне нужно было уезжать. И если бы это была бы стандартная ситуация, когда там ты просто ездишь на машине дом, работа, дом, то я бы просто ездил бы вообще просто не парился бы, ну, там хрустит. Я бы съездил к дилеру, мне бы сказали, ну да, она хрустит, но это не поломка. Я бы забил. Просто забил бы и ездил, пока бы она не встала. Вот когда бы она встала, тогда бы я ее вернул полностью на сток. И только после этого поехал бы что-то делать. Потому что, ну а какая разница? Ну, блин, есть машина, ты на ней едешь на работу. Нет машины, едешь на работу на метро. То есть, ноль проблем вообще. Какие проблемы? Ну, да, на метро не очень комфортно, но, блин, миллионы людей ездят на метро, и как бы никто не парится. А мне вот надо было ехать далеко, собственно, поэтому я и парился. Но когда узнал, что это все-таки муфта, у меня как-то немножко отлегло, и я, наверное, скорее всего, это можно назвать самоуспокоением, что я подумал, да, блин, ну, я знал, что у меня поездка, и как бы мне нужно было поднастроиться на эту поездку, чтобы все-таки знать, что ничего не произойдет. Я себя успокоил тем, что если это муфта, то максимум, что у меня может произойти, это просто у меня не будут подключаться задние колеса, и буду ехать на переднем приводе. А это, в общем-то, конечно, не очень хорошо в плане наваливания по гравию. Да, но как бы просто ехать на переднем приводе по автобану там 150 км в час, это вообще не проблема, даже в дождь. То есть, ну, это вообще хрень собачья, блин. 85% машин на переднем приводе, так что не проблема вообще. Вот, ну и перейдем к поездке. Первым пунктом назначения, таким крупным, у нас была Ницца. И до Ниццы мы решили в этот раз ехать, я не помню, там, по-моему, 2700 или 2800, может быть, 3000 километров, не помню точно, но мы решили ехать не как обычно мы едем. В первый день мы едем там 1600-1500 километров, останавливаясь где-нибудь на юге, юго-западе Польши, там, не знаю, в какой-нибудь Ченстахове. На следующий день еще 1000 километров по немецким автобанам и нас, и еще через день после этого едем там оставшиеся 300-400 километров до Ниццы, так чтобы приехать там в 12 утра и как бы уже в этот же день пойти там купаться, загорать и так далее. В этот раз мы решили поехать по-другому, решили, что в день отправления мы поедем не рано с утра, а поедем вечером, мы доедем до Каунаса. До Каунаса всего
всего 1000 километров, и мы выехали вечером после работы. У меня с утра удалось, во-первых, сделать развал, но выяснилось на развале, что у меня он не выставляется, и у меня правое колесо переднее завалено на 2 градуса, а заднее правое тоже немного завалено больше, чем надо, но там типа на пару минут, и в общем-то не страшно. Ну и о чем говорит, в общем-то, такой развал? О том, что у меня либо рычаги погнутые, либо сайлент-блоки были изношены, либо что-то в этом районе. Но я подумал, что... Ну, мне тогда, естественно, сразу предложили сделать диагностику подвески, там все потрогать, все померить. Делалось это все в Z-Auto, но я отказался от диагностики, потому что времени было в обрез. Ну и надо было в этот день, в общем-то, выезжать. После того, как сделал развал, поехал, поставил выхлоп. Потому что ехать со стандартным выхлопом, когда у меня, получается, сзади просто две банки, ну вот с этими дебильными вырезами, отвратительно, потому что с 2 до 3 тысяч она очень дико резонирует, эта банка. И это проблема не только того, что ты слышишь это в машине, но это звучит и снаружи, и звук вот такой, очень такой, ну неприятный звук. Наверняка многие, кто слышал мою машину, знают, что изначально она звучала как кусок дерьма. Вот, сейчас вроде бы получше, но тоже непонятно. Короче, после этого, да, вечером мы выехали в Каунас, ехать было 1000 километров. Не могу сказать, что мы доехали, ехали очень долго, также не могу сказать, что ехали очень быстро, но явно дольше, чем рассчитывали, потому что по России было очень много участков с ремонтами дорог, на которых, ну, ты не едешь, как бы, там, не знаю, 50 км в час или там 70 км в час, и у тебя там на длительном протяжении ты просто на такой скорости едешь, и ничего не происходит. А много участков, где получается всего одна полоса. То есть ты встаешь на светофоре, ждешь, пока проезжают люди, ее объезжаешь, встаешь на следующем светофоре, опять проезжают люди, потом ты ее объезжаешь, еще опять ждешь на светофоре. Короче, ехали очень долго. В итоге, когда мы добрались до границы, на границе на русской все было нормально, вообще проблем не было. Ну, короче, не было проблем. До латвийской границы доехали, после русской аж проехали, не знаю, там 500 метров. И там нам сказали, что, ребята, а у вас нет страховок. Вот. И если вы хотите попасть в Латвию, вам нужно купить страховку. Страховка стоит 50 евро, идите оформляйте. Вот, блин, ну, мы пошли, естественно, оформили страховку за 50 евро, но просто, во-первых, ни разу не спрашивали до этого, сколько раз уже мы ездили, а я не знаю, я не вспомню, но очень много раз мы ездили, ни разу не спрашивали никакую страховку, и в России, ну, она есть, в общем-то, просто она где-то лежит, вообще хрен знает где, поэтому я ее не беру, потому что, все равно не спрашивают, нафига она нужна, и даже если бы ее не было и нужно было бы ее оформить, ее можно оформить за какие-то смешные деньги в районе там 1500 на 2 человека. Вместо этого, да, вот пришлось заплатить 50 евро, то есть это 4000. Потом, когда проверяли документы на собак, они мало того, что очень долго их проверяли, так потом мне сказали, слушайте, а вам нужно еще сделать копию. Вообще обычно ты просто даешь вот этот документы на собак, они что-то вносят себе в компьютер и тебя отпускают с... Ну, просто, короче, тебя отпускают восвояси. В этот раз мне сказали, слушайте, вам обязательно нужно сделать копию. И каждый раз, когда вы будете езжать, вам нужно делать копию. Ну, там, мы, естественно, попробовали возмущаться, что никогда такого не происходило. И, как бы, это ненормально, мы всегда просто так проезжаем. Ну, толку возмущаться на границе нет, так как это граница. И у них есть полное право тебя просто взять и развернуть. Пошли делать копию документов на вывоз собак. Стоила она 5 евро. Я даю, значит, эту бумажку, я говорю, что вот мне нужна копия. Она говорит, да, 5 евро. Она говорит, как вы будете платить, наличные есть? Я говорю, наличных нет, есть карта. Такая, карта? Нет, тогда не надо. Собственно, вот так вот, сэкономив 5 евро, поехали дальше. В принципе, дальше все было абсолютно нормально, быстро доехали, нормально все. Жалко, что не вдвоем, он был красивым на фоне меня. А я духом сильный, просто терпел, что ты так и не видела.
Я не вижу. Я вижу ребра. Честно говоря, не, я не понимаю, что это. Это... На следующий день после Каунаса у нас был переезд в Карловы Вары, и вообще был план такой, что мы рано выезжаем в районе 6 утра, я сейчас точно не вспомню, и приезжаем в Карловы Вары где-то к 9 часам, при этом мы, у нас есть возможность поспешить, так как мы поедем по уже практически автобанам Польши и автобанам Германии, потому что до автобанов Польши там оставалось где-то в районе 200 километров. Они, как правило, начинаются в районе Варшавы, может, раньше, там, километров за 70. Ну и потом, собственно, до самих Карловых Вар просто сплошные автобаны. Вот, но изначально получилось так, что мы стояли очень долгое время на ремонте дорог в Польше, потому что у них строится как раз-таки автобан, чтобы он был, начинался не с Варшавы, а раньше. И там ты едешь просто по окружной дороге, где все стоят и едут. Если едут, то едут 20 км в час. И, короче, это очень много времени занимает. Потом, когда ты выезжаешь на автобан, думаешь, ну, сейчас я поеду, там, не знаю, 170-180 км в час, потому что там много кто превышает в Польше. И, в принципе, ну, как-то раньше проблем никаких не было. Но, блин, все, практически все едут в левом ряду. И... просто не обогнать, даже если огромное расстояние между, я не знаю, там, фуры впереди и фуры сзади, все равно сзади. А фуры сзади все равно все едут просто тупо слева, едут там, я не знаю, 140 км в час. И ты как бы вот просто за ними едешь и ничего не можешь с этим сделать. Да, я там обгонял несколько людей по правой полосе, но это настолько бессмысленно, потому что у тебя просто... огромнейшее количество вот этих людей, и ты обгоняй, не обгоняй, ты все равно не ускоришься, потому что ты все равно упрешься в кого-то, кто едет медленно по левой полосе. В итоге мы приехали где-то к, не знаю, может, половине 11 часов в Карловы Вары. У нас вообще был план, что мы пойдем покушаем и... покушаем, поедим, кушают дети. Мы пойдем поедим и, может быть, прогуляемся там по ночным Карловым Варам, что-то там посмотрим. Но когда мы вышли на улицу, это было, по-моему, без 5:11 или что-то такое, все было закрыто, ни кафешек, ни... ресторанов, ни продуктовых магазинов нигде было, ничего такого не было. Было два заведения, одно какое-то бистро с кебабом, и второе тоже какая-то кебабная, но оно было не бистро, а просто кебабная, но в любом случае у них не принимали карты, а у меня были только 100 евро. И как бы, чтобы просто купить, попить, нужно было заплатить 100 евро, а они бы сдачу вернули бы мне в чешских кронах, а нахрена мне чешские кроны, если я в Чехии вообще абсолютно проездом. Так что вот так вот закончился день. See that.
пауками у тебя ни разу не было, да, Ром? На следующий день у нас был план такой, что мы пойдем гулять по Карловым Варам, абсолютно никуда не спеша никуда ехать, просто погуляем, посмотрим достопримечательности, ну не достопримечательности, естественно, не по музеям ходить, просто посмотрим, как там, погуляем, попьем минеральной водички и как нагуляемся, поедем, заедем в музей Сваровски, потому что у нас традиция, мы практически каждый раз, когда едем в Европу, если мы вдруг проезжаем где-то в районе Австрии, мы заезжаем в музей Сваровски, потому что там очень много брюликов, ну и как бы жене хочется купить себе брюлики, они там гораздо дешевле, чем у нас, и при этом, ну при этом выбор, естественно, другой, так как получается музей Сваровски, там рядом их завод, ну и в общем-то из этого места все кристаллы Сваровски разлетаются по миру. Вот, Карловы Вары, в принципе, понравились, единственное, что, конечно, чувствуется, что это какой-то такой промежуточный город между Европой и СССР, потому что он, как, ну, не знаю, он очень странный, я даже не знаю, как это можно объяснить, это просто там надо побывать, он странный, он похож на какой-то российский курорт, в котором говорят не по-русски. И как бы вот очень странная тема. Вдобавок хочу сказать, что мне кажется, что Роза Хутор в Сочи, она просто слизана с Карловых Вар. Но слизана не в смысле прям вообще слизана, все один в один, нет. Они довольно-таки сильно отличаются, но очень просто очень похожи. Очень похожи они друг на друга. И Карловы Вары вообще место известное, я о нем слышал. И в детстве я слышал, как бы, ну, то есть оно на слуху, я ни разу там не был, я не знал, что это такое и где это вообще, в какой-то стране, но я знал, что вот есть Карловы Вары.
А после музея Сковородки нам нужно было ехать в Ниццу. Это приблизительно там оставалось, я не знаю, километров 900, может 1000. Вот всего за день где-то 1200-1300 километров, точно не вспомню. Но мы решили, что в этот день мы не будем оставаться ни в каких апартаментах или отелях спать, потому что это, во-первых, бессмысленная трата времени, во-вторых, бессмысленная трата денег, потому что от Карлохвар до Ниццы 1200 километров, по идее, можно было бы проехать, например, докуда-то до Гренобля и, ну, то есть километров 900 проехать, да, в первый день, остаться там поспать на 3-4, может, там 5 часов, на следующий день с утра выехать, проехать 3 часа и оказаться в Ницце. Но это бессмысленно. Просто потому что, во-первых, день в Карлохварах был бы засран, то есть нам пришлось бы выехать рано с утра. А во-вторых, ну, как я сказал, да, трата денег, и там все равно бы ты поспал 3-4 часа, то есть это такая вот странная вещь. Единственный плюс в этом — это то, что можно помыться. Единственный плюс. Но в любом случае мы решили не оставаться в отелях и поехали, да, сразу до Ниццы. Какие-то интересные овощи или фрукты. Стоит 5 евро, я не знаю, что это. Сейчас иду. Вот в октябре тут будет очень много всего. Ну, это еще прелесть. As I reach for a peach, slide a ride down behind the silver in central pay. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home, home. Backward and homebound. Spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my far-flung thoughts together. Speeding away on a wind to a new day. If you're alone, I'll come home, home, home.
Короче, мы доехали до до какого-то каравели мы доехали. Короче, да, мы доехали. Спустя 14 часов. Это было жутко. И через 2 часа, сейчас 6 утра, у нас должно быть заселение в 8 утра. Меня спустя... не скажу спустя сколько времени, но, наверное, где-то часов 10-11-12 начало меня дико рубить. И остановился сначала поспать на полчаса на парковочке, поспал полчаса, поехал вроде так бодренько, хорошо, прошло 40 минут, все, опять хочется спать, опять еле глаза открываются, опять поспал, не знаю, там полчаса 20 минут, поехал дальше, история повторилась, решил, все, надо часа на 2-3 лечь нормально поспать и потом уже ехать. Просто, но почему не хотелось этого делать? Потому что вообще мы изначально хотелось доехать до нашего места назначения, там часам в 2 ночи быть, и там лечь спать, и уже там спать до 8 утра, потому что нам, слава богу, спасибо владелице этих апартаментов, спасибо огромное, хотя она этого не слышит, но это не важно, что она нас впустила в 8 утра, хотя, как правило, чек-ин где-то там в 2 часа дня. Ну, в общем, мы приехали к месту назначения где-то в 6 утра. Последние полтора часа были просто отвратительные в том плане, что я хотел спать, но у меня весь сон просто как рукой сняло, потому что мы попали в какое-то такое место, где очень много разворотов, и там узкие улочки. Ну, это, как сказать, это не главная улица, это были такие... Я даже не знаю, ну как дворовые улицы, только они находятся как бы, ну, на холме. И, соответственно, поэтому они все, во-первых, вот такие, во-вторых, нельзя было развернуться просто вот так вот. Нужно было разворачиваться, вставать вот так, упираться, сдавать назад, там еще раз, сдавать назад, и только потом ехать дальше. И при этом навигатор еще жутко тупил. Например, если две улицы идут вот так вот, и здесь при этом разворот. Ты, получается, ехал по одной улице, а он думал, что ты едешь по этой улице. И, в общем-то, пока ты ехал по этой улице, он думал, что ты едешь по другой, он перестраивал маршрут, и ты как бы смотрел на навигатор, думал, блин, я еду куда-то не туда. Смотришь вперед, ты вообще не понимаешь, куда едешь, потому что, во-первых, ночь, во-вторых, ты устал, в-третьих, ты в незнакомой стране, и мы просто просрали кучу времени на то, чтобы выехать на какую-то более-менее нормальную дорогу и подъехать к этому отелю. Но, слава богу, к 6 утра отель мы нашли, припарковались там, ну и легли, в общем-то, спать. Дальше, в общем-то, 5 дней у нас были такие солнечно-загорательно-купательно-расслабляющие. Ничего, в общем-то, особого не делали. Единственное, сходили на
блошиный рынок, но, правда, мы шли не на блошиный рынок, мы шли на рынок, чтобы купить фруктов, овощей и там, может быть, какого-то мяса или рыбы, пришли на блошиный рынок. И, в общем-то, да, что там было? Там просто французы продавали свои старые вещи. Ну, не в смысле джинсы там и футболки, нет. Это были всякие сувениры и всякая такая ерунда. Плюс к этому съездили в Рокебрюнг-Апарте, где мы оставались в прошлом году, и позапрошлом году, и позапрошлом году. Три раза подряд, где мы останавливались. Просто заехали туда посмотреть вид, походили, погуляли по самой Ницце, ну и в общем-то все. Ну а в основном мы просто загорали.
После Ниццы нам нужно было переехать в Специю, и это приблизительно 300 километров. Так что мы с утра выспались, проспали там, не знаю, что до 12, и поехали в Специю. Первое у нас было назначение, это отель Каса Офелия. Я не помню, честно говоря, где оно конкретно находится. Рядом находится город Леванта. И рядом вот с этим есть еще какой-то поселок, и в этом поселке вот это вот Каса Офелия. И в этот же день мы поехали в, по-моему, Вернаццо. Вернаццо – это поселок, тоже один из поселков, который находится в парке Чинкве-Терре. Так, стойте. Понял. Что это? Давайте, идите, пишите. Аранда, давай. Вылазим. Аккуратно, аккуратно, там может что-то вывалиться. Нет, ничего не вывалилось. Орландо, как дела? Да ему еще... We'll be right back.
Садись в песке. Ouais, si vous pouvez encore reculer de, comme ça, comme il pourra passer là. Ouais. Avancez un tout petit peu, parce que là vous allez dans le mur, vous avancez un tout petit peu, vous reculez, comme là il y a un terre-plein là. Да нет, ты что, одна машина подъехала?
сюда, Дюша. Будут затрогают. Ишь, давай. Ишенька, давай. Следующий день после гернации у нас было еще три назначения Чинкве-Терре. Это была Манарола, Рио Маджоре и Каньола, или я честно говоря не помню сейчас. Огромная ошибка была посещать их все в один день. Во-первых, потому что на улице было там плюс 30 или 35 градусов, то есть жаре нереальная. Просто идешь, с тебя сливаются... С тебя течет просто 7 потов. При этом ты, когда ты приезжаешь в какой-то из этих городов, из этих поселков, ты спускаешься вниз. После этого ты поднимаешься наверх. И это не подъем вот такой. Ну, вот такой. А это вот примерно вот такой подъем. Вот, да, наверное, вот так лучше показать. Да. Вот, это такой подъем. И это просто отвратительно. И у нас все было бегом. Мы зашли в один, поснимали, сделали фотки, убежали. Зашли в другой, поснимали, сделали фотки, убежали. Зашли в третий, поснимали, сделали фотки, убежали. Поднялись на какую-то гору, убежали. И просто это, ну, это очень, во-первых, жутко выматывает, а во-вторых, это бессмысленно, потому что ты, получается, не успеваешь ни, ну, как-то вот отдохнуть, понять, что вообще происходит. Ты просто прибежал, сделал, все, убежал. И очень много побегал, и физическая нагрузка, и там, не знаю, по 100 этажей мы проходили в день. Ну, в принципе, в единственный день, да. Так что, да, это было ужасно. Никому не советую вообще так поступать, если хочется посмотреть какой-то город или посетить какую-то достопримечательность. Лучше на эту достопримечательность выделить один день и просто спокойно приехать, спокойно погулять, отдохнуть, я не знаю, зайти в кафешку, выпить, я не знаю, то же самое, если ты в Италии, там какой-нибудь апероль, расслабиться, отдохнуть, поехать обратно. Вот так это нормально. А как мы бежали туда-сюда обратно, это не нормально. Так быть не должно.
На следующий день после забега в Чинкве-Терре мы поехали в другой отель, La Casetta del Nonno, или как-то так он называется, тоже он находится в Специи, ну в этом регионе Специи, только он рядом с городом La Spezia, собственно. А находился он то ли в 60, то ли в 70 километрах, то есть мы оттуда там добрались, не знаю, за час с лишним. Юша, а ты что там делаешь? Иди сюда. Давай, Юша, давай, иди сюда, давай. И, в общем-то, в первый день ничего не делали, а во второй день решили, что надо съездить во Флоренцию. Ну, то есть мы не сразу решили, а в смысле у нас был план заранее съездить во Флоренцию. Да, Флоренция, конечно, вызвала...
страшно здесь жить, кажется. Да, папа? Жуть? Неприятный город, уже во второй раз в Италии мы сталкиваемся с тем, что, блин, городки итальянские, они очень густонаселенные, народу много, все орут, там грязно. Первый город, который мы посетили в Италии, был Неаполь, и Неаполь это просто дичь полная, матрасы на улицу валяются, повсюду мусор, это просто, ну, конечно, по сравнению с Неаполем, Флоренция, это просто чистота. Но, тем не менее, все равно там грязно, там повсюду пятна какие-то, все в каких-то разводах. Ну, неприятно гулять, если честно говоря, по улице. Это первое. Во-вторых, там очень много народу. Там просто толпы народу. Хотя это был конец сентября. И, честно говоря, даже страшно представить, что там происходит в августе. Либо в июле, когда сезон. Потому что, получается, конец сентября – это уже не особый сезон. А плюс к этому узкие улочки, люди идут по дороге, по тротуару, они идут везде, как бы, никто никуда не спешит, и если едет машина, им пофиг, они просто идут. А при этом, когда мы приехали на просто открытую парковку, подошел какой-то чувак, странный чувак, бомжеватого вида, очень похож на цыгана, и он такой, типа, говорит, о, румыны, и я говорю, не румыны, он такой подошел, о, рус, is good. Я говорю, спасибо, и он говорит, что там, ну, паркуйся, вот здесь нормально. Я думаю, ну, блин, нахрен, я лучше отсюда поеду, поедем сейчас в крытый паркинг найдем и встанем там, потому что какой-то чувак что-то хочет, руси жгут, румыны плохо, нахрен надо. Поехали, нашли один крытый паркинг, заезжаем в крытый паркинг. Я такой останавливаюсь, говорю, сколько? Ну, заехал там, во-первых, очень узко, но неважно, короче, заехал. Говорю, вот хочу оставить машину там на 2-3 часа, сколько будет стоить? Ну, порядка 30 евро, я говорю, ну, блин, а... Что делать? 30 евро, так 30 евро, давайте, ладно, хорошо. Говорит, хорошо, давайте мне ключи. Я говорю, в смысле ключи? Он говорит, ну ключи давайте. Я говорю, а
а я сам не могу припарковаться? Он говорит, нет. Я говорю, ладно, спасибо. Я поеду куда-нибудь в другое место. Выехал оттуда, поехал в следующий паркинг какой-то, нашел крытый, тоже заезжаю туда. Говорю, слушайте, вот хочу припарковаться там на 2-3 часа, сейчас время есть. О, да, сейчас как раз у нас время есть. Да, сейчас мы с вами разберемся, подходите. Ну, я подхожу, достаю там документы. Достаю документы, деньги. Он говорит, вам нужно будет оставить ключи. Я говорю, вы будете парковаться сами? Да. А по-другому нельзя? Нет. Я говорю, все, ладно, спасибо, не надо. Уехали оттуда, в итоге вернулись к этому чуваку, который странный какой-то был. Подъехали, он говорит, ну, на сколько вы встаете там? Час, два, сколько? Я говорю, ну, 2 часа. Он говорит, 10 евро. Я ему дал 10 евро, потому что там стоял, недалеко стоял автомат, в котором можно было купить себе билетик. Но я подумал, блин, куплю, я сейчас вот встану, как сказать, в позу, скажу, блин, мы сделаем все официально, а этот хер, я не знаю, разобьет стекло, проткнет шею, ну какую-нибудь херню сделать, нафиг, просто вот нафиг надо. В итоге дали ему 10 евро, он дал мне билетик на час, ну и, в общем-то, пошли потом гулять по Флоренции. Так что дальше все, в принципе, было нормально, ну кроме того, что во Флоренции очень людно, очень громко, шумно и грязно. И плюс к тому, это, в принципе, можно отнести ко всей поездке, ко всем поездкам, ко всем посещениям любых городов. Когда ты гуляешь с собаками, ты просто как цирк на выезде. Ты идешь с собакой, и просто каждый, ну не второй, естественно, но каждые там 2 минуты кто-то: «Ой, какая милая собачка! Ой, какой милый песик!» Естественно, говорят на английском, либо на китайском, либо на итальянском, либо на каком-нибудь еще другом языке. Кто-то просто тянет руки, при этом никто не спрашивает, а можно ли его погладить. Ну, просто ты идешь, а он просто вот тянет его гладить. И как бы это ненормальная тема. Это реально, это какое-то конкретное бескультурие. Я, конечно, понимаю, что они ничего плохого собаки не хотят, и, в принципе, ничего там нет, но, блин, это чужое животное, во-первых. Во-вторых, ты не знаешь, что это за животное, а вдруг он тебя укусит. А в итоге потом владелец будет виноват. То есть какой-то бред. Это за сколько? За приблизительно 400 километров. То есть 10 евро за 100 километров. После Флоренции мы поехали в Доломиты. Мы уже были там в прошлом году, мы были в Мизурине, когда хотели приехать в лето. Ну, не в лето было, приехать в весну, в траву, посмотреть на озеро и на Доломиты, но приехали в какой-то дикий снег, в туман, и, в общем-то, ничего не было видно. Ну, в итоге поехали туда, ну, рядом, все это там приблизительно рядом находится, в национальный парк, или как-то так называется, Три пика. Что это, в общем-то, такое? Ты гуляешь по горе и смотришь на Три пика. Три пика — это вот горы в Доломите. И, в общем-то, все. Thank you.
пьешь.
дико промокли, но это было самое офигенное вообще впечатление из этой поездки, потому что там я даже не могу передать эти ощущения в словах, потому что там какой-то другой мир, там ты ощущаешь себя другим человеком. Я не знаю, как это звучит, наверное, по-идиотски, но это вообще, это просто не описать. Pass. 15 miles of asphalt spaghetti draped on an Alp. It was stunning. Should we do it? Time to phone the insurers. There's no other way of saying it. This is a magnificent piece of road building. От вот этой части, где куча разворотов, какой-то кусок говна. Я не знаю, может, это для людей, которые любят разворачиваться. Блядь, сказать, что это рай для автомобилистов, ну, блин, вообще, это, по-моему, был ад. Я весь на нервах. Никого не обогнать, сраные велосипедисты. Что, еще что-то надо сказать?
ошибочки удалены. Но масло, если оно куплю, подлить надо. Почему решили поехать в Стелио? Не потому, что мне очень нравится эта дорога, и там я ее люблю и мечтаю. Нет, просто я о ней слышал, во-первых, в топ-гире. Во-вторых, она в принципе на слуху, и там она входит в топ, я не знаю, 10, 9 или 25, скольки угодно, короче, опасных дорог мира, она обязательно входит. И поехали в Стелвио. И касательно Стелвио, да, у меня было видео, где я сказал, что это кусок говна, и я от своих слов не отказываюсь, но хочу, во-первых, немного более подробно объяснить, почему я так сказал. Во-первых, пока мы ехали до Стелвио от наших апартаментов в городе, ну или в поселке Олегхе, мы пересекли два перевала. И на этих двух перевалах я ощутил дохрена удовольствия. Там можно было и прилично разогнаться, и ехать, блин, в развороте на достаточно такой, ну, неприлично, там 40-50 км в час, потом ускоряться и нормально тормозить, а потом опять на 40 км в час, и ты разгоняешься, и вот так вот плавно все перетекает, торможение в ускорение, в поворот. И просто ты едешь кайфуй, при этом виды, при этом в некоторых местах нет отбойников, и ты как бы едешь такой по краю, и как бы понимаешь, что если ты сейчас не вовремя не затормозишь, куда-нибудь улетишь, и это было офигенно. Потом мы доехали до Стелвио, естественно, я понимаю, что если бы мы приехали в Стелвио, не знаю, там в 5 утра, то, скорее всего, там бы не было машин. Но я уже ехал туда с небольшим, как это называется-то? Перед тем, как поехать, я посмотрел вот это видео. И на этом видео нет ничего такого прям офигенного. Чувак едет на Каймане GTS, он разгоняется до 80 км в час, тормозит до 10, разворачивается, разгоняется по прямой, тормозит до 10 км в час, разворачивается, едет обратно. То есть нет никаких ходовых поворотов там на скорости, я не знаю, там 110-120 км в час, когда тебе реально страшно. Ты просто, грубо говоря, практически все время едешь по прямой, тормозишь, разворачиваешься, едешь по прямой, тормозишь, разворачиваешься, там я просто не понимаю, кто вообще мог назвать эту дорогу самой опасной, во-первых, потому что отбойники, они практически высотой вот такой, так что я не понимаю, как нужно там въехать вот этот отбойник, чтобы из него вылететь. Это во-первых. Во-вторых, куча трафика, ну это опять же, я говорю, что если бы мы приехали в 5 утра, может быть, этого трафика бы не было. Но в любом случае, вот эта часть, которая самая известная, где миллион разворотов, в ней, я не знаю, как в ней можно получить удовольствие, даже если ты едешь, я не знаю, даже на том самом, не знаю, там, Porsche 911R, который, ты все равно разгоняешься, тормозишь, там, практически до нуля, до 10 км в час разворачиваешься, потом опять разгоняешься, тормозишь, разворачиваешься. Ну, просто, я этого не понимаю, После Стелвио, ну, там, у них же есть две части, это же все-таки перевал, когда езжаешь доверху, там есть уже внизу более такие открытые дороги с более широкими поворотами и там скоростными поворотами, но мы туда не поехали, потому что, ну, потому что дорого, там, получилось бы нам обратно вернуться, там, нам ехать 300 километров, а если поехать вот через тот, там, 600 или 700, ну, в общем, дофига, а бензин в Италии, там, практически 2 евро стоит. В общем-то, вот, еще касательно Стелвио, у меня там кончилось масло, прямо наверху, машина написала, что все, долейте масло. Снял я это не сразу, поэтому там видно, что у меня 3000 оборотов, еду 50 км в час, когда на обратном пути снял. Но скорее, с чем я это связываю, не с тем, что все, двигатель начал жрать масло, а с тем, что мне залили в этот раз не 5 литров, а 4,7.
И, в общем-то, машина запаниковала, сказала, типа, давай, чувак, долей. А обычно у меня иногда бывает, что там, не знаю, до 9,5 он может подлить. Хотя я, скорее всего, вру. У Миника было такое, что когда ему заливали 5,5 литров, он никогда не просил. Когда ему заливали 5 литров, он просил на 9, на 8,5 тысячах, ну, после того. Так что, собственно, вот так. Да, купил Mobil One, единственное масло, которое, в общем-то, нашел на заправке. 5W30 с допуском 502 фольксвагеновским. Ну, его долил, в общем-то, обратно. Доехали нормально. Плюс потом у меня загорелась ошибка по колодкам. Хотя у меня датчик колодок, он завязан на какой-то другой, на какой-то другой шланг. Может быть, на тормозной шланг, не знаю. И странно, что он... И причем, что он загорелся, при этом он периодически исчезает, а потом опять появляется. Ну, какая-то странная тема. Может, тебе какой-нибудь значок будешь купить? Давай, может, хотя бы какую-нибудь наклеечку купим? Не хочешь? Что, я здесь просрал время? Ну, давай. Не, я говорю, давай. Ну, как раз парковочка там. Так давай. Thank you.
На следующий день у нас было посещение Грушглокнера. А в Грушглокнер мы приезжаем не первый раз, уже, по-моему, раз третий, четвертый, но каждый раз вот хочется туда заехать. С одной стороны, возможно, потому что это какая-то история, и ты как бы возвращаешься в те места, где ты был когда-то. Хотя бы потому, что это вообще был первый перевал, который мы посетили в принципе. А еще на 4-й, Б-8-й, в самую свою первую поездку в ту часть, ну там, юго-западной Европы. Южной или Западной Европы, да. И каждый раз, когда ты возвращаешься, куда, туда возвращаешься, конечно, каждый раз, ну вот хорошо, ты как домой, грубо говоря, возвращаешься, но при этом после Стелвио у меня прям к нему какая-то особая любовь появилась, потому что там можно много где разогнаться, можно нормально навалить, и можно обогнать машины, и даже на разворотах, которые там 180-градусные, ну можно нормально с приличной скоростью ехать, короче, там навалить. Можно хорошо, можно получить удовольствие, вот именно не просто посмотреть, приехать как пассажир, а именно просто приехать туда водителем и с удовольствием проехаться, это вообще просто изи.
я что не успел? Блин, ты лох. Ладно, ты фокусник? Тебе захотелось познакомиться?
Ну и последний день, последние два дня я их сокращу. Было у нас поездка вот из нашего места в Олекхе до Белостока. И после этого от Белостока до Питера. Это было ужасно, и это было ужасно долго, потому что, во-первых, мы думали как? Мы сейчас поедем через Германию, через Польшу и быстренько там проедем. Но это была ошибка, потому что понятно было, что мы быстро не проедем, потому что в эту сторону мы тоже ехали долго, но я как-то об этом забыл. Я думал, ну сейчас, короче, мы нормально поедем быстренько. Вот. Первые 2.5 часа мы потратили на горные перевалы. От Олекхи, чтобы доехать до какого-то ближайшего автобана, нужно пересечь пару горных перевалов, в которых, опять же, просто море удовольствия по сравнению с тем же самым Стельвио. Например, та же самая Села Пас, которая идет от вот этого самого Олекхи или от картины. Нет, от Олекхи до Вальгардена. Вот это место, оно прям запало мне в душу, засело. Я, к сожалению, ничего не снимал, так как багажник, собаки, мы там особо как быстро не ехали, но туда, надеюсь, вернемся еще когда-нибудь. Вот, короче, 2.5 часа мы потратили приблизительно на перевалы, проехали, может, километров 100-110 за 2.5 часа. Потом выехали уже на автобаны, на нормальную часть по Италии, часть по Австрии. И когда выехали в Германию, блин, все ехали опять же слева. Хотя я не припомню в предыдущих поездках, чтобы в Германии люди реально тупили в левом ряду. Как правило, ты едешь как бы вот так, и справа влево, вправо, влево, вправо, и все так ездят. В этот раз просто все ехали в одном ряду, все ехали очень, ну не очень медленно, там 140 км в час, конечно, не медленно, но все ехали там, не знаю, 140 км в час и как бы не обогнать. А если ты справа гоняешь, там впереди тоже огромная куча машин, ну, в общем, это было абсолютно бессмысленно, плюс постояли в паре пробок, таких прям глухих пробок, на которые потратили часа полтора, и за часа полтора ты проходил там, не знаю, 5 километров, может там 7 километров. Пару таких пробок было в Германии. Потом еще одна была в Польше, но это было логично. Это вот у них сейчас строится дорога, которая за Варшавой, автобан, который идет, ну, вот в сторону, грубо говоря, Питера. Ну, она к Латвии идет. Там ремонтные дороги, ремонтные работы уже там порядка 3 лет идут, и каждый раз ты стоишь в одном и том же месте. В итоге мы где-то часа в 2, наверное, приехали в Белосток. Ну и на следующий день выехали пораньше и, естественно, по России, границу, выехали пораньше по Латвии, по Литве, в принципе, нормально, довольно-таки быстро проехали, особо проблем никаких не было. А на границу это вообще был рекордный раз, рекордная скорость посещения, рекордная скорость чего? Рекордная скорость перевала через границу. Нет, это была рекордная скорость пересечения границы. Это была рекордная скорость пересечения границы, потому что мы прошли обе границы, были это где-то приблизительно за 20, может быть, 25 минут. Нас толком не проверяли, просто паспорта посмотрели, машину открыли, закрыли, все. Едьте дальше, никаких вопросов. Дальше, естественно, мы встали в пробки, которые, в общем-то, были ожидаемы, хотя я надеялся, что их будет меньше, либо их не будет, так как это была пятница, и мы ехали в Питер, а не из Питера, и я надеялся, что машин не будет, но машин было дофига вот этих вот светофоров, где работает только одна полоса, их, по-моему, стало даже еще больше, потому что там асфальт в некоторых местах сняли, но, в общем-то, даже учитывая это, добрались мы довольно-таки быстро и без особых, ну, быстро относительно пробок, без особых проблем. Единственное, что последние эти два дня, конечно, были для меня ужасные в том плане, что хочется ехать быстрее, но ты не можешь. Ты вот такое ощущение, что ты спешишь и хочется быстрее приехать в свое назначение, но ты стоишь в пробке. И как бы ничего ты сделать с этим не можешь. И только пробка, она только вместо пробки был автобан с ограничением там, в 130 км в час, потому что везде машины и никого не обогнать. И ты просто вот встаешь, там 130-140 км в час, ну и просто вот едешь и ждешь. Едешь, ждешь. Было пару часов, где я разгонялся до 200, но в основном там 130-140, да. И там по России, да, ты встаешь вот в эти вот ремонтные работы, как я уже сказал. Ну и, конечно, в Питер было приезжать очень приятно, прям
Он встретил нас замечательно, таким красивейшим закатом, что я даже подумал, блин, нафига эти все вообще поездки, если тут так у нас красиво. Но у меня с такими мыслями меня хватило ненадолго, дня на два. Юш, Юша, Юша, Юш, иди сюда. Прыгай давай. Юш, давай. Все, готово. К езде. Чемодана.